Политическое искусство для меня это искусство, которое работает с механикой управления, с рычагами власти. Точкой невозврата стал вот этот карательный процесс над группой Pussy Riot, то есть стало репрессивное действие власти, когда власть вторглась на территорию искусства, и когда этим процессом власть пыталась заставить людей заткнуться. Я показал вот эту перспективу общества, состоящего из людей, которые молчат, да, людей с зашитыми ртами. Когда сюда приехали полицейские, они не могли ничего сделать со мной, потому что был зашит рот, они не могли получить никаких показаний, они не могли ничего сделать, и они вынуждены были стать действующими лицами, то есть власть подчинилась событию. В 8 часов утра пришли люди, ну, стали ломиться в дверь. Вот, естественно, мы открывать не стали, нужно было очень много чего спрятать. Я думаю, что он такой один. Есть, конечно же, есть много инакомыслящих, но которые не пойдут там себе ничего прибивать на Красную площадь. Один человек манипулирует всей страшной системой. Почему? Во-первых, потому что очень талантливый художник. Во-вторых, потому что один. Как такового допроса его не было. Мы с ним просто разговаривали. А он, оказывается, все это записывал. Я вам еще раз говорю. Не мыслите так глобально. Я могу сузить. Тогда получается ситуация, что за акцию «Свобода» свобода оказывается под угрозой. Thank you.